Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня ночью у меня состоялся разговор с Луной, о котором я хочу вам поведать. Вот опять я ночью не сплю, в оба на Луну смотрю, и она к исходу дня тоже смотрит на меня. Мы общаемся с Луной, будто человек родной повстречался снова мне на закате в тишине. Говорю ей: «Луна, ты похожа на меня. Я один, и ты одна, с ночи до начала дня. Будут на моем пути счастье, радужные дни. Это точно знаешь ты. Так ответь же, не тяни. Жду ответа. Спасибо».